Спасибо тебе, зомби, за помощь. Просто спасибо. А мозги куриные где? На рынке, иди и купи. Вот, я тебе на Сбер онлайн 100 рублей перечислил. А, спасибо. Но у меня же карточки Сбера нет. Да вали уже, вали. Ну ладно. Чем вы звали меня, 8А? Ну чё, все готовы? Ничего не понял. Только что тут был 8А, а сейчас куча сосисок. Что здесь творится? Почему меня жрут говорящие сосиски? Что это такое? Мы — это последнее, что ты увидишь в своей жизни. Это Cool Kids. Крутые детки. Человек с перевернутым лицом – это аномалия Тревора Хендерсона. У него нет слабых сторон, и он бессмертен. Он появляется на месте аварий, стихийных бедствий, горя. Там, где произошла трагедия. Или там, где вот-вот случится нечто ужасное. В смысле? Коромысли! А давай перенесем всех отсюда. Только вы временем не ошибитесь. Да не ошибемся. Ну, недалеко мы от школы перенеслись. Нам надо срочно думать, что делать. Да, пока они не додумались, где мы, и не начали нас искать. У кого-нибудь есть идеи? А может, попробуем убежать? Не, не вариант. Догонят. Так надоели эти аномалии. Хочется вернуть простую магию. Да, надо избавиться от этих аномалий. Избавиться. Точно! Ты что-то придумал? Да! Мы можем их сожрать! Тебе лишь бы поесть. Сейчас вообще не время. Наши жизни в опасности. Сожрать. А это мысль. Ты серьезно? Ну да. Вот смотрите, кто жрет всех подряд? Ну, зомби. Точно! Подождите, а как мы зомби станем? Надо, чтобы нас укусил настоящий зомби. Ну так у нас есть один знакомый зомби. Блин, очень странная идея. А что, есть другие варианты? Решено! Зовем доктора зомби. Я ему позвоню. Алло, месье зомби? Нам нужна ваша помощь. Ну что там? Сказал, что сейчас будет. Нифига себе, вот эта скорость. Да он как будто телепортировался. А еще говорят, зомби медленные. Да они вот этого не видели. Чего вам, 8А, зачем звали? Мы хотим стать зомби. Чего? У вас что, кукуха поехала от учебы? Нам нужно стать зомби, чтобы сожрать все аномалии SCP. Ну мы и подумали, что ты нам поможешь. Ну ты же все-таки спец, ну там укусить, мозги, ну все дела. То есть вы предлагаете мне вас всех сожрать, чтобы вы стали зомби? Ну да. А что вы раньше от меня тогда убегали? Ну потому что понадобилось только сейчас. А, и это, нам потом нужно будет обратно превратиться. А что мне будет за то, что я вам помогу? Ну, мы купим тебе куриных мозгов. Мозги ломали. Так уж и быть, помогу. Все поняли. Капец. А я не знал, что у нас в генераторах полей есть поле превращения. Почему его от нас раньше скрывали? Этого я уже рассказать не могу.
То есть, чтобы стать зомби, не обязательно, чтобы нас кусали? Достаточно просто выбрать режим зомби в поле превращения и все? А как вы думаете, мы в своей зоне мертвых всех кусали? Точно! У синего Жоржа ведь есть самый навороченный генератор полей. Как мы могли забыть? А чтобы вернуть все обратно, надо просто выключить поле превращений? Именно. Спасибо тебе, зомби, за помощь. Просто спасибо. А мозги куриные где? На рынке, иди и купи. Вот, я тебе на Сбер онлайн 100 рублей перечислил. А, спасибо. Но у меня же карточки Сбера нет. Да вали уже, вали. Ну ладно. Ну что, погнали? Стойте! Ну что еще? А нас точно не спалят? Все-таки нас уже все аномалии запомнили. Ну, насколько я помню, люди видят зомби как сосиски. Нет! Он нас нашел! Чего? Говорящие сосиски? О, нет! Сосиски! А вот сработает ли это на SCP, понятия не имею. А это мы можем проверить. Ксю, зови сиреноголового. Хорошо. Зачем вы звали меня, 8 А? Ну чё, все готовы? Ничего не понял. Только что тут был 8 А, а сейчас куча сосисок. Есть! Сработало! Вы еще и говорящие сосиски? Что происходит? Куда там тебе надо? В командировку? Ну да, в командировку. Вот и езжай в свою командировку. Командировка – это святое. Да, надо почаще спать, а то какие-то говорящие сосиски мерещатся. Ульяна, прямой вызов аномалии с тобой. На месте. Отлично. С кого начнем? Я предлагаю начать с Картункэра. Отлично. О, сколько сосисок. Я сейчас всех сожру. Это мы еще посмотрим, кто кого. Так не должно быть. Это я должен жрать сосиски, а не они меня. А теперь давайте сожрем скромник. Вот и он! Где я? Как я тут оказался и почему здесь только сосисок? Что здесь творится? Почему меня жрут говорящие сосиски? А он вкусненький. Костлявый, правда. Ну что? Кто там следующий? SCP-печенька. Что ж, сейчас повеселимся. Что это такое? Мы — это последнее, что ты увидишь в своей жизни. У меня уже кукуха поехала! Тоже мне огромные сосиски пытаются меня сожрать! Спустя 3 часа. Ну, вроде все. Нет. Остался еще лампоголовый. Предатель должен быть съеден. Сейчас будет тут. Привет, говорящие сосиски. Что вам от меня надо? Сожрать тебя! Хорошо. Стоп, стоп! Не-не-не-не-не, стоп, подождите, я думал, это шутка. Это что,
сон, это всего лишь страшный сон. Ну вот теперь точно все. Где мой сын? Где все мои дети? Ну, насколько я помню, люди видят зомби как сосисок. Нет, это что? Сосиски? Как сосиски. А нас точно не спалят? Нас же уже... О, спасибо! В ту сторону? А потом поворачивать. Все, да.